Просто постарайся успокоиться, все будет хорошо, новенькая. Мы все через это прошли, тебе просто нужно... не паникуй или типа того, но... мы не совсем... Ребята, будьте добры. Всего лишь одно из маленьких приключений Кейна. Всякие веселые штуки, чтобы, не дать нам сойти с ума. Ой, кстати, стоит проведать Кауфма. Думаю, он был бы рад знакомству с Комни. Хочешь вместе с нами проведать Кауфма? Почему ты так на меня смотришь? Думаешь, хорошая идея оставить их вместе? Здесь мы и живем. Точнее, мы здесь спим. Не то чтобы нам нужен был сон, но иногда приятно просто отдохнуть от всего, позаниматься там рутиной, знаешь. Держу пари, тут есть. О, смотри, а вот и твоя комната. Мы так и делали, впервые попав сюда, но... Через некоторое время ты осознаешь, что выхода нет, и вечная погоня за недостижимой целью начинает сводить с ума, и в конечном счете задаешься вопросом о смысле всего этого, с шансом потерять себя и забыть, для чего ты жил, и достигнув предела, с тобой может случиться нечто поистине страшное. Но у нас с тобой не это на повестке дня. Все же приключения дают возможность занять себя, сохраняя разум здоровым и чистым. Мы пришли к нашему другу. Ха, может быть, он не у себя? Надеюсь, все в порядке. Что? Что? Как? У тебя не должны быть ключи от наших комнат! Джекс! Это же буквально единственное, чего я боюсь! Кауфма рассеялся? Ничего... Возможно, то самое страшное, что я упоминала. Когда ты достигаешь предела... Подожди. Может, его еще можно исправить? Позовем Кейна? Кауфма, послушай. Знаю, мы не всегда ладили из-за моего типа фальшивого смеха над твоими шутками. Клянусь, я действительно думала, что они забавные. У меня просто был плохой день. Эй, помни. Ты не могла бы... мне помочь. Я пойму, если ты не захочешь. Все нормально. Тебе нужно найти Кейна. Он сможет починить меня и позаботиться о том. Я не уверена, просто я поищу вокруг и позови его. Хорошо. И помни, мне жаль, что твой первый день был так ужасен. Мне так...